Вой сирены, машина с красными крестами на территории Чебоксарского аэроклуба. К счастью, никакого ЧП не произошло. Там провели межрегиональный конкурс профессионального мастерства сотрудников службы медицины катастрофы и скорой помощи. Теория уже написана. Впереди этап ралли – гонка. Водители скорых должны преодолеть эстакаду, проехать змейку, не сбив конуса, развернуться на маленькой площадке и как можно быстрее доставить бригаду до конечной точки, где ждут условные пострадавшие. Представители объединенной команды Новочебоксарской Евгений Семенов и Игорь Алистаров стартуют вторыми. Вместе они прошли через множество экстремальных ситуаций, отмечают. Главное в их работе – быть командой. Понимать друг друга с полуслова, и когда уже экстренно оказываешь помощь, смотришь на водителя, он уже понимает. Достаточно одного взгляда только. Посмотришь так назад. Ага, все понятно. Бортовой номер команды Новочебоксарска 58. С дистанции водитель справляется почти без ошибок. Дальше оказание помощи. Сценарий у каждой команды разные. В данном случае девушка пострадала в серьезном ДТП. Пациент в травматическом шоке. С открытым переломом бедра, с раной головы, с раной глазного яблока. За действиями участников следит жюри. По их словам, Новочебоксарск справился хорошо. Однако одну ошибку ребята все-таки допустили. Маска должна закрывать и нос тоже. Пока одни разбирают ошибки, другие еще перед стартом. Гадают, какой сценарий достанется им. Впрочем, неизвестность – дело привычное. Не надо ни к чему готовиться, потому что всегда идешь туда, не знаю куда. Вот, могут дать температуру, а там на самом деле совсем не температура. А вот были такие случаи, когда, например, дорога, да, так что трактор не проедет, а вам нужно, вот как? Пешком. Взяли все на себя и понесли. За звание лучших боролись 17 команд из 5 регионов. По итогам трех этапов лучшей стала бригада из Сыктывкара. Но наши новочебоксарцы тоже молодцы.